Здравствуйте, уважаемые любители домашней птицы. Это четвертая часть. Она называется «Заселение». В комментариях к первым двум частям меня спрашивали, почему бы не сделать сразу водоснабжение. Я отвечал и, тем не менее, озвучу в ролике. От этого помещения до дома у меня 15 метров. И это все-таки довольно-таки проблематично. Воду надо... трубу с водяной надо укладывать на глубину промерзания, это где-то от 1,5 до 1,80 м, и длину 15 метров, ну, траншею такую рыть, согласитесь, это довольно-таки нелегко и по времени, и по трудозатратам. Поэтому, конечно, это же не лучшее решение будет. Это будут емкости обычные, традиционные, как у меня и в первом курятники, такие просто емкости, в которые мне придется периодически наполнять водой. Вот у меня доска длиной, что такое, 70 сантиметров. Сейчас я ее по диагонали распущу на две половины. И это будет еще одна составная часть для хранилища у кормушки, для сборника корма у кормушки. Так, ну вот видите, готовый результат. Так, прошелся, готово. Вот, закрепил еще два поперечных бруска. Вот здесь места было мало, мне пришлось работать отверткой. Шуруповертом сюда никак не было возможности подлезть. Вот, в общем, каркас конструкции уже готов. Вернее, вот так вот. Сначала надо закрепить стенку зернохранилища, а потом уже крепить наружную стенку кормушки. Потому что снизу иначе будет не подлезть. Боковые стенки у кормушки закреплены. Сейчас буду крепить их по месту. Вот наружная стенка кормушки закреплена. Стенка бункера тоже готова. Осталось дело за малым. Сделать крышку. Так вот, сейчас буду делать люк наружу для птицы. Отверстие я для него уже наметил. Для того, чтобы вставить можно было полотно электролобзика. Вот. Снаружи проем уже готов. Вот он сделан. Надо только внутреннюю стенку пропилить и сделать люк. Вот пропил закончен. Вот. Практически ровно по краю. Да не практически, а так и есть. По краю прошел. Вот. Ну, сейчас буду делать люк. Толщиной примерно со стену, а потом его крепить. Короб готов. Так вот. Сейчас будем сюда потом набивать утеплитель. И сверху зашью его доской. Так, чтобы доска выступала немножко, обеспечивая прикрытие стыка между стеной и коробкой этой. Вот так вот. Ну и надо будет еще какой-то, видимо, уплотнитель предусмотреть. То есть, так как здесь будет содержаться молотняк, коробка эта на зиму будет, вернее, этот люк будет на зиму закрываться наглухо практически. А весной, с наступлением тепла, я его буду просто убирать. И либо там какую-то такую пленочку вешать, которая немножко будет удерживать тепло, либо какой-то надо будет такой подъемный легкий лючок сделать, который можно будет поднимать отсюда изнутри. Вот люк готов. На всякий случай сверху я промазал щели герметиком, чтобы туда вода не попадала. Ну, мало ли, косой дождь или что. Вот.
Так вот это будет. Так, решил я сделать сразу дверку такую подъемную, пока у меня свободный доступ к этому, в этот угол. Потому что потом сверху здесь смонтируется клетка, и здесь уже потом будет довольно-таки проблематично лазить. Поэтому вот закрепил два штакетника. На них будет еще крепиться так немножко внахлёст. Еще два штакетника. Вы сейчас все увидите. Это будут направляющие, по которым будет ходить вот такая вот дверка. Ну вот, как бы все готово. Теперь как это работает? Вот. Осталось смонтировать клетку, и вот пол клетки — это будет место, куда я буду крепить этот тросик через трубку. Вот, так что пока все. С люком решил я перестраховаться, поставить сюда козырек небольшой. Взял вот 20-сантиметровый кусочек доски, распилил его по диагонали и из штакетника сделал такую небольшую обрешетку. Вот. Сейчас закрою профнастилом это все. Все, козырек готов. Вот хорошо, что я не выбрасываю различные отходы при строительстве. Вот все пошло в дело. Вот этот кусок крыши, кусок профнастила лежал, наверное, почти 5 лет. Пригодился в итоге. Вот кусочек металла тоже отпилил. Это что там, как-то называется, укроечка в прилегании, что ли? Вот перед тем, как прикрутить, я внутреннюю сторону помазал герметиком для того, чтобы исключить попадание воды, сток по стене. Угу. Упоры под насесты готовы. Вот. Эти упоры крепились просто на стену, и там, в принципе, никаких заморочек не было. А эти, так как они у нас вроде бы как подвешены практически, пришлось сделать вот дополнительно еще два упора маленьких, чтобы не гулял в стороны в разные. Ну, в принципе, нормально, крепко стоит. Я думаю, индюки их тем более вот так, как я, теребить не будут. Все-таки здесь будет сидеть молодняк. Вот так вот. Это каркас. Под пометосборник, вот такая рама с центральной опорой по низу. Ну, одного цельного бруска не было, поэтому пришлось ставить опору. В принципе, опору бы пришлось ставить по-любому, потому что расстояние получилось 2,37. Ну, длинный пролет, поэтому упор тут все равно необходим. Вот, и 3 перемычки посередине. Такие, потому что все-таки дерьмо дерьмом, но какой-то вес это ощутимый будет. Вот. Такой же каркас будет поверху. Вот пометосборник первого яруса готов. Линолеум, видите, уже уложен. Вот это каркас пометосборника второго яруса. Сейчас на него буду вот этот кусок линолеума укладывать. Вот монтируется брусок, вернее, брусок уже смонтирован по краю. Это брусок вдоль стены, он будет служить каркасом для сетки. В местах прилегания бруска и вот линолеума к стене я промазал акриловым герметиком для того, чтобы дерьмо там в щель не забивалось, не копилось, ну и различные там паразиты не собирались, не скапливались. Для чего я здесь предусмотрел розетку? Для того, чтобы можно было установить таймер и включение вентилятора запрограммировать для работы в определенных режимах. Вот.
Вентилятор, видите, у нас стоит бытовой. У него характеристики где-то 180 кубов он качает. Я думаю, для такого небольшого помещения это будет достаточно. Но опять же, повторюсь, что в ходе эксплуатации будет понятно, хватает или нет. Если не будет хватать, придется монтировать уже что-то более дорогое, более что-то такое профессиональное. А там уровень цен где-то на порядок выше, там от 3000 и до 10. Этот стоит в районе 500 рублей. Пока будет здесь заселено небольшое количество птицы, его, мне кажется, за глаза хватит. Так, по вентиляции. Вот она приточка у нас. Когда я монтировал все это, вы видели, да, вот она приточка, вот здесь она выходит. В сильные морозы приточку я буду закрывать. Ну, где-то в морозы уже, вот я чувствую, заходит холодный воздух. Но пока на улице у нас где-то по ночам минус 5, днем около 0, это нормально, пускай будет открыто. Вытяжное отверстие у нас вот вентилятор раз, и второе здесь снизу. Чувствую, отсюда тянет воздух. Из блогов по монтажу вентиляции у тех, кто обустраивает также свои курятники, я сделал для себя определенный вывод, что нет какой-то одной концепции строительства, да? Делают кто на что гораст. Кто-то монтирует ее из-под потолка, кто-то монтирует снизу. Опускает практически к самой земле, к самому полу. Те, кто монтирует под потолок, объясняют это чем? Тем, что углекислый газ и все эти миазмы, они поднимаются кверху, собираются под потолком, и вытяжка лучше будет, если будет тянуть это из-под потолка. Те, кто монтирует это снизу, объясняют это тем, что снизу лучше тянет сырость. Сырость вытягивает снизу лучше. А наверху, наоборот, все тепло. Тепло кверху поднимается, и если вытяжка будет тянуть сверху, то она будет вытягивать тепло. Я для себя решил сделать вытяжку такую, скомбинировать ее, взять решение оттуда и отсюда. То есть я один вывод сделал сверху, другой сделал вывод снизу. Тут так же, как с приточкой, я предусмотрел, что верхнюю часть я буду перекрывать в сильные холода. То есть, когда будут сильные морозы, чтобы действительно тепло не уходило из курятника, я буду его закрывать. А нижнюю буду открывать. То есть, верхний канал, он должен работать по большей части в теплое время года или вот в такой вот, когда около нулевые температуры держатся. Для того, чтобы действительно из курятника не вытягивать тепло. Так, вот это все, что касается по вентиляции. Вот такой вот лаз для птицы. Сделал я его через трубочку. Такую, через алюминиевую трубку. Это кусок швабры был какой-то для мытья машины. Вот все, что не выбрасывается, вот как Плюшкин, сохраняю, где-то складирую, все потом идет в ход. То есть, вот видите, это там кусок фанеры. Она такая толстая и тяжелая, поэтому еще и, по-моему, влагостойкая. Единственное, что я додумал от себя, это вот такая вот вторая такая дверца, заглушка. Она толщиной со стену, которая на зиму будет закрываться для того, чтобы наглухо блокировать выход. И максимально перекрыть точки доступа холода. То есть перекрыть, чтобы все щели. Так, что еще у нас тут? О чем еще рассказать? Ну, два гнезда сделал на самом нижнем ярусе. Они такие великоватые, в принципе, для птицы. Можно было бы сделать и меньше, но делал такие, какие уж получились. Ну и что у нас тут со светом? Свет в верхних и в нижних клетках. Такие сделал самодельные засовчики. Ну, кто смотрит мой блог, видел, наверное, что я и на брудере где-то такие сделал. Опять же, куски профнастила какие-то старые, вот. Плоскогубцами выгибаем нужным диаметром, и обычные гвозди служат у нас
самодельными такими засовами. Вот так клетка открывается, птица сажается. По низу где-то сантиметров 20 обработано, это обработано лаком, для того, чтобы все-таки лучше сопротивлялось дерево вредному воздействию помета, агрессивный помет. Вот. Стекло на двери среднее дало трещину, видимо, когда резал его, где-то, наверное, получился скол. И вот трещина в ходе дальнейших там туда-сюда эксплуатации пошло. В общем, что я сделал с дверью дополнительно? Я сделал что-то вроде притворной планки. Не знаю, как у изготовителей дверей это называется. Это дополнительный вроде как контур, дополнительный контур от холода. То есть, получается, я сделал планку по кругу, по периметру. Не по кругу, а по периметру, да? Она просто перекрывает возможные щели. Так как это дерево, оно, естественно, не может быть идеально ровное. Стыки я промазал акриловым герметиком. И сейчас вот дверь закрывается довольно-таки плотно. Ну, можно, конечно, еще заморочиться и поставить уплотнитель какой-нибудь, резиновый или силиконовый. Но, по-моему, это уже излишнее. Тут с дверью уже, даже, наверное, уже и перебор. То есть планка снаружи притворная по всей двери, по периметру. И планка внутри получилась у нас на косяке. То есть такая... Два контура такие получились. Так, по обогреву. Я поставил вот такой вот, видите, тепловентилятор. Кусок железа тут откуда-то взялся. Я поставил вот такой вот тепловентилятор. Было сначала у меня были сомнения, что же, чем же обогревать помещение. Либо лампой инфракрасной такой, большой лампой, либо еще чем-то. В общем, почему я остановился на тепловентиляторе? Потому что все-таки он разгоняет воздух по всему помещению. И установив датчик вот в этом месте, то есть не напротив пушки, не в углу по диагонали, да, получается, что вентилятор выключается только тогда, когда воздушный поток теплый обойдет все помещение вот так вот. Отсталкиваясь от стен, он уже в конечной точке, уже можно сказать в конце в самом, обогревая весь курятник, он потом только выключается. То есть лампа, она все-таки как-то локально прогревает помещение. Да, может быть, свет от лампы полезнее более там. Как-то он может более концентрированно как-то греет. Но все-таки лампа греет локально. То есть при прогреве лампы какие-то участки будут больше нагреваться, какие-то меньше. Одновременного и... равномерного прогревания лампа все-таки не даст. С пушкой, мне кажется, это более-менее можно решить. Единственное, что, естественно, будет выше теплее, ниже будет все-таки прохладнее. Может быть, надо было пушку ниже опустить. Так, вот это по обогреву. Так, сейчас по наружной части. Так, вытяжная труба у нас сейчас, я проверял, в принципе, тяга есть. Единственное, что вот у меня вызывает такие небольшие сомнения, как бы специалисты рекомендуют трубу выше конька поднимать на 20-30 сантиметров. Этот момент я предусмотрел, но сзади вы видите, у нас прилегает соседнее строение, которое перекрывает ветер. А ветер, в свою очередь, он служит таким усилителем тяги. То есть вот... Если с трех сторон у нас труба открыта, то с одной стороны ее как бы перекрывает соседская крыша. Но, опять же, повторюсь, будем смотреть все в ходе эксплуатации дальнейшей. Если тяги будет недостаточно, возможно, придется трубу нарастить до того уровня, когда она будет выходить выше соседской крыши. Первым у нас доверено... Первое, это у нас инвалиды, им доверено почетное право заселяться. Так, они у нас содержались в изоляторе. Это группа товарищей, которые подверглись нападениям. Это
Так, птица пока еще маленькая, и уровень пола у меня недостаточный. И насыпал я тут всего, высыпал 3 мешка опилок. До кормушки они доставать не будут, поэтому поставил пока им временный ящик. Это что-то вроде как дети, когда маленькие до раковины не достают, покупают им такие подиумы. Вот на первое время. Ну, кто-то уже сразу понял, для чего это, по какому по назначению используют. То есть, вот эта вот девочка, которая сидела у нас в клетке, она такая самая любознательная и такая коммуникабельная. Это первые переселенцы. Основная группа новоселов у нас заедет завтра. Да, еще, кстати, по кормушкам, что его, и по клеткам, что я еще не сказал, допустим. Когда изготавливаются, делаются пометосборники, в принципе, есть два варианта сделать их. В виде съемных поддонов, либо вот такой вот пол, с которого вы потом это скребком или чем-то еще сгребаете куда-нибудь в тележку, в лопату. В первом курятнике у меня сделана часть клеток, оборудованная под такими съемными поддонами, а часть сделана вот так же. Если делать поддоны, то лучше делать их, конечно, вот для себя я решил, такими по ширине, чтобы они сразу влезали в мешок. То есть я, например, помет собирал в мешок, и мне было бы удобнее, когда вот поддон снимаешь, там открытый мешок, и сразу в него засыпаешь. То есть если он широкий, то все это неудобно делать. Если кто-то это сгребал в тележку, то, конечно, там другое дело. Но мне проще, в общем, вот подставив лопату, все это скребком собрать на лопату и уже дальше в мешок, так как я все это вот в мешки и потом там кому-то отдаю. Вот таким образом. Сюда пришлось мне делать что-то вроде козырька, это для того, чтобы помет, когда будешь выгребать с верхней клетки, не падал в кормушки. Надо было делать либо здесь крышку, либо сделать такой козыречек. Вот решил делать козыречек такой. На датчик температуры поставил такую импровизированную защиту. Это кусочек сетки. Для того, чтобы они не оборвали его рано или поздно. Потому что очень она им будет напоминать ниппельную поилку. Блестит, вызывает любопытство. Вот. Так, я думаю, она убережет ее от того, чтобы ее выдернули. До следующего дня мы ждать не стали, а переселение делаем в тот же день, только вечером, после работы моей, потому что как бы уже не терпится, в принципе, и отключить эти лампы, чтобы и брудер не работал, то есть не тратил электроэнергию, и чтобы новый курятник, чтобы тоже там, так как работает обогреватель, чтобы два объекта одновременно не тратили электроэнергию. Сейчас будем сразу делать переселение. Ну вот они, первые уже, самые нетерпеливые жильцы. Так, надо было тряпкой их прикрыть какой-нибудь. Ребята, пожалуйста, внутрь. Так, и покрывалом их накрыть надо. Чем-нибудь кучей этого тряпья. Так, пожалуйста, назад. Не надо трепыхаться. Я в дверь не помещаюсь. Так. Ага. Есть. Что там у тебя? Есть.
7. У меня 8 спрятался. 8. Так. Пошел я за следующими. Ну что, тут сразу очевидно, какой недостаток, что здесь низкий уровень потолка. Здесь надо делать решетку на лампу, либо просто здесь содержать птицу гораздо более раннего возраста. А этих индюков переводить уже на клетку выше, но обязательно надо делать, соответственно, ограждение до потолка, потому что эта птица летучая, и вот такая вот оградка ей нипочем, она ее перемахнет на раз. То есть сейчас вот несколько дней она будет у меня все-таки содержаться здесь. Как только я доделаю вот эту верхнюю клетку, все-таки здесь сделаю ограду, сетку до верха доведу, я переведу эту птицу уже на верхний ярус. И там уже, в принципе, ее ничто не будет ограничивать. Ей будет гораздо комфортнее на верхней клетке. А эта клетка будет у меня для птенцов такого раннего возраста, ну, либо для бройлеров. Они не прыгучие, по крайней мере, в определенном уже возрасте, когда они уже становятся тяжелые. Вот. Да, надо воду налить. Вот они уже все поняли, разобрались. Так, я за водой. Вот сейчас жена задала мне вопрос, почему мы новое стадо переселили сразу в клетку, почему их нельзя было высадить сразу же на пол. Объясняю, потому что на полу у меня уже сидят три индюшонка, расклеванная птица. И раны их еще не зажили, вот видите, кровь, она такая вот запекшаяся такая. И вот эти участки раненые, они начнут вызывать нездоровый интерес у птицы. И все это моментально повторится. Поэтому я жду, пока все у них заживет. И потом основное стадо из клеток мы начнем переселять потихоньку, там по одному, по две особи, небольшими группками. За это время расклеванная птица у нас обживется и будет чувствовать на полу себя хозяевами. А та птица из клетки, высаживаясь на пол, она будет чувствовать себя немножко как в гостях. Она будет настороженно себя вести, аккуратно. То есть момент привыкания, они не будут себя агрессивно, по крайней мере, проявлять агрессию к тем, кто уже здесь живет. Если же жена мне предложила такой вариант, инвалидов расклеванную птицу посадить в клетку, основное стадо на пол выселить. Объясняю, в чем тут может быть нюанс. Если все стадо будет на полу уже находиться, а расклеванная птица в клетке, то стадо будет чувствовать себя здесь хозяевом. И когда я три особи переселю на пол, они будут считать их чужаками и начнут сразу их гнобить. И расклевы опять же повторяться. А когда все будет, процедура происходить в обратном порядке, наоборот, стадо буду потихоньку к ним добавлять, те будут обживаться и как бы потихоньку-потихоньку вливаться в общий коллектив. В общем, процедура сведения молодняка, какой-то раненой птицы, двух стада в одно, это такая непростая задача, которую вот так вот просто наскоком кавалерийским не решается. Так, я пошел за водой. Так. Сколько стоит? 189 рублей. Мультивитамин. Здесь полный набор витаминов группы В. Что тут есть еще? Витамин Е, витамин С.
Ну, что-то еще тут. Угу. B6, B2, B1, B12. Такие вот шипучие растворимые таблетки. 188 рублей стоят. Ну и, как обычно, я добавляю... Что это, где у нас есть? Аква-Д-Трим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, 10 капель. В общем, переселение состоялось. Общую калькуляцию я еще не составил. Наверное, я в конце видео выложу, во что примерно мне все это вылилось. Срок строительства у меня, ну, с учетом того, что я строил свободное от работы время по выходным, составил примерно я начал где-то в конце, по-моему, августа и до, ну, почти два месяца. Хотя, в принципе, при наличии времени, занятости, там полной занятости, с утра до вечера, все это можно было бы сделать примерно, я так думаю, в течение недели. Ну да, недели, дней 10. Вот с фундамента начиная и заканчивая уже обустройством клеток. Но если работать с утра до вечера. Заселение состоялось. Какие-то нюансы в ходе эксплуатации дальнейшей они будут выявляться. Вот я уже сказал, что на нижнем ярусе лампу необходимо огородить либо решеткой, для того, чтобы ее не разбила птица. Часть птицы, верхнюю клетку надо будет ограждение доводить до потолка. То есть какие-то такие нюансы, которые будут выявляться, я буду о них рассказывать еще. То есть это будет что-то вроде еще такое послесловие. Вот, наверное, и четвертая часть еще появится. Ну вот, на этом все, наверное, о строительстве курятника на скорую руку. Да, и еще то, что емкость для ПГС, для ракушки, поилка, кормушка, все они расположены так высоко. В принципе, я рассчитывал уже высоту для взрослой птицы и уровень пола насыпать я предполагал еще выше слой. Просто вот из того, что было в наличии, сегодня только 3 мешка было опила. Этого мало, конечно же. Завтра я завезу еще сюда. Мешка 3, наверное, засыплю. Для птицы это, в принципе, необходимо, потому что уже холодно. Внизу бетон. Он дает о себе знать. И птице будет и удобнее подходить и к кормушкам, и все-таки тепло будет. Если кому-то мой опыт строительства курятника пригодится и окажется полезным, буду рад. Пишите, комментируйте, высказывайте свое мнение, какую-то конструктивную критику, не просто там типа «ты дурак, я бы так не сделал». Вот, это, пожалуйста, оставьте для другого случая. Подписывайтесь на канал «Птица домашняя». Всем спасибо, до свидания.